длиться до тех пор, пока ополченцы не сложат оружие. Чего они делать точно не собираются. Подразделения самообороны, ранее оставившие Славянск и Краматорск, теперь объединяются под общим командованием. Вожаки АТО, кроме непрекращающихся обстрелов, давят на жителей и психологически. Коридоров для эвакуации нет, пенсии и пособия в регион не поступают. Простые люди получают грозные СМС с требованием сдаться. Из Донецка репортаж Николая Долгачева. Националисты из правого сектора пытаются атаковать Карловку. Это совсем недалеко от Донецка. Руководит правосеками Дмитрий Ярош, их лидер. Под Карловкой нацисты понесли потери и отступили. Хозяевами они чувствуют себя в городах, из которых ополченцы отошли. Сейчас из Славянска и Краматорска многие жители вынуждены бежать. Жена ополченца, я теща ополченца. Ну, сказали, значит, вас в первую очередь уничтожат. Всех родственников, близких. Бойцы Народной армии Донбасса удерживают позиции, обороняя самый густонаселенный район Новороссии. В одном только Донецке около 1 000 000 человек. Ополченцы используют все, что могут. Еще один музейный экспонат – танк Т-54Б вывозят в ремонтную мастерскую. Я думаю, еще окажет пользу нам в борьбе снова с неофашизмом, с этой оккупацией. Освободим наш Донбасс, это наша земля. Этот танк поставят на ход бойцы, вернувшиеся с передовой из Семеновки. Танк бы нам туда такой бы, было классно закопать его в Семеновке, дали бы там жазу. Эти люди месяцами участвовали в боях со стрелковым оружием против тяжелой техники. Из Славянска в Донецк пришли опытные и боеспособные части. Самая горячая точка в мире, бомбили со всего, что есть, наверное. В Украине танки, гаубицы, минометы, грады, все нас стреляло. Но мы как бы держали позицию, выходили, потому что закончились боекомплекты. Нам оставаться было бессмысленно, нас бы убили всех. Линия фронта в Новороссии сейчас проходит в непосредственной близости к Горловке, Донецку, Снежному и Луганску. В таком же положении Лисичанск, Рубежная, Северодонецк, а также Краснодон и Свердловск. Ни одного города, на окраинах которого не стреляли бы, нет. Сейчас идет бой за город Артемовск. На пути наступления Нацгвардии и армейских подразделений взорвано несколько мостов. Продвижение войск замедлилось. Переброска техники к Донецку, тем не менее, продолжается. Мирные жители готовятся к возможным обстрелам города. В Донецке под бомбоубежище готовят обыкновенные подвалы. Расчищают их, завозят сюда воду, продукты, лекарства. Пригодится может каждое помещение, главное, чтобы были прочные стены и перекрытие над головой. Здесь стараются максимально обезопасить людей на случай бомбежек или артиллерийских ударов. Вот здесь будем сидеть на лавочках, уже там кто со своим стульчиком и здесь присядут, как бы мы уже будем уже смотреть. Там тоже можно и стульчики, там и матрасы люди нам обещали принести такие, что можно даже присесть так на полу. Ну уже хоть как-то пересидеть, господи, я думаю, что этого не случится. Вряд ли власти в Киеве будут считаться с количеством жертв среди мирного населения, ведь в Славянске это не имело для них значения. Дончанам через сервис-службу сообщают, кем их считают в Киеве. Многие жители Донбасса получают на свои телефоны вот такие смс-ки с текстом «Вы идентифицированы как член террористической организации, прекратите сопротивление, амнистия действует». Это массовая рассылка, и получают такие смс-ки очень многие. Это телефон девушки-волонтера, которая раздает нуждающимся еду. Это, видимо, приравнено к терроризму, но гуманитарная помощь все равно поступает в регион. Много чего. Всего не перечислишь. Вот. Я так понимаю, чай. Помощь есть, но ее мало. Снабжение Донбасса нарушено. Запасов все меньше. Нам каждая коробочка на счету и каждый грамм на счету. Очень много людей. Кормить нужно, одевать, обувать. Мы нуждаемся в средствах личной гигиены, постельных принадлежностях.